Приветствую вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на канал. Приятного просмотра. Состояние отвратительное, раздавленной Моргуновой потребовалась сиделка. Весной 2020 года народная артистка России потеряла единственного сына. Светлана Моргунова тяжело переживает утрату. После похорон наследника знаменитость закрылась дома. Светлана Моргунова перестала общаться с друзьями, забыла коллег. Виктора навещают только близкие родственники. 6 марта Светлана Моргунова отпраздновала 81-летие. Поздравить знаменитость приезжали волонтеры. Народная артистка сама открыла дверь гостям. Пришедших Светлана Михайловна в квартиру не пустила, сославшись на недомогание. Дескать, даже беседовать нет сил. Как рассказала Моргунова, в быту ей помогает сиделка. Не забывают артистку невестка и внучка. Родственницы постоянно приезжают к телеведущей. Светлана Михайловна держится только ради близких. Знаменитость не стала скрывать, что потеряла здоровье на фоне стресса. Светлана Моргунова раздавлена, опустошена и разбита. Состояние отвратительное. Потеряла сына. Ужасно, сказала она. Стоит отметить, что волонтеры не сразу узнали в растерянной, осунувшейся женщине народную артистку России. Напишите свое мнение об этом в комментарии. Обязательно поставьте колокольчик и подпишитесь на канал, чтобы не пропускать свежие новости каждый день. Спасибо за просмотр.